Распишитесь. А хочешь, мы с тобой завтра узнаем, кто тебе цветы посылает? Вы самые родные люди для меня. Не могу им в глаза смотреть, стыдно. Значит, не прошло все по-прежнему. Здравствуйте, Евгений. Дмитрич, если я не ошибаюсь. Здрасте. Как вы посмели? Я жену вашу знаю, дочку. Я спать боюсь. Почему? Вы мне снитесь каждую ночь. А ты от меня никуда не уйдешь? Нет, конечно. Отдам жену в хорошие руки. В пятницу в 19:00 на Домашнем. Если любишь, остальное не важно.